Привет, меня зовут Антон, мы снова в кайт-магазине ProShop, и мы продолжаем серию роликов по ремнаборам для вашего кайт-снаряжения. И сегодня хотел бы поговорить вкратце о вот такой полезной штуке, как термозаплатка для гидрокостюмов. Это кусочек ткани с термоклейким слоем с обратной стороны, очень эластичный и поможет вам починить практически любое повреждение на неопрене. Наглядно продемонстрируем работу термозаплатки для гидрокостюма. Мы взяли кусочек неопрена, проделали в нем прорезь и вырезали из большой заплатки необходимого размера маленький кусок. Клеевым слоем внутрь положили на ремонтируемую поверхность. Специальная бумага, которая идет в комплекте, мы прокладываем между утюгом и ремонтируемой поверхностью. При температуре чуть выше 160 градусов держим порядка 10-15 секунд. При необходимости повторяем процедуру. Все готово. Ничего не отрывается. Как мы видим, заплатка получилась очень эластичной. Отличное, удобное средство для ремонта неопрена. Так как прорезь ткани у нас была сквозная, мы проделываем процедуру с неопреном и с другой стороны тоже. Для надежности советуем так и поступать. Накладываем клеющей стороной вниз. Повторяем процедуру с утюгом. Десять-пятнадцать секунд с нажатием. Обычно хватает. Проверили, повторили процедуру при необходимости. За минуту мы заремонтировали наш гидрокостюм таким образом, что можно использовать прямо сразу после ремонта. Все очень крепко и надежно держится, ничего не отклеивается, и самое главное, еще и тянется.